улица Вокзальная, если кто забыл.
у нас в Москве рядом. Также каток заливает. Гермес когда-то кипела тут круглосуточно жизнь. А вот бывший Рио, раньше были времена. Чистили и не дочистили. Вот он, тракторист.
так понимаю, обшивают панелями, которые не огнеупорные. Давайте съездим, наверное, на драмтеатр, посмотрим, как там елку собирают. Здесь за забором должна была стройка века. Роснефть обещала построить дом для комсомольчан, для работников завода. Так и не построили. Все умерло на корню, то бишь на фундаменте. И вот так вот стоит все это за забором, разруха в центре города. И никому нет дела до этого. А по слухам, как говорят, чтобы вернуть хотя бы в то, что было, просто убрать все эти конструкции их, разровнять, посадить деревья, надо в районе 150 миллионов. Поэтому вот так вот происходит строительство в городе Комсомольске-на-Амуре от таких предприятий, как Роснефть. Вывозит, то хорошее дело.
Уборки делают уже. Друзья, кому интересно, куда делись комсомольские трамваи, они теперь вот здесь, возле Театральной площади, у них кафетерий. Поэтому не все трамваи пропали с города Комсомольска на Амуре.
Вот у нас по программе 1000 дворов сделали новый двор. Детская площадка, все замечательно, новый асфальт.
угольный шлейф от ТЭЦ. Прям полоса такая конкретная. На дёмгах оседает. Экология четко работает. На грузовичок с левой стороны.
посмотрим, как елку наряжают на ДК авиастроителей сейчас.
машина тебе, зачем пешком ходи? Ползаешь тут.